Друзья, всем привет! Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, как у нас сегодня случилось, когда сел аккумулятор. Хотя мультиметр у нас и показывает 12 с лишним вольт, но стартеру не хватает напруги, чтобы запустить мотор. Хорош. Короче говоря, ехать надо, а зарядить аккумулятор нечем, нету зарядного устройства, прикурить тоже нечем. Но зато у нас есть вот такой красавец, сварочный аппарат, инверторный на 190 ампер, фирмы Ресанта. И сегодня мы будем его использовать не по назначению. Провода подключаем, как для обычной сварки. В плюс втыкаем держак. Ну, а в минус, естественно, массу. Роликс свой не пали. За 1,5 миллиона долларов. На всякий случай скинем клеймы с аккумулятора, чтобы не спалить какой-нибудь блок в электронике автомобиля и не уехать потом отсюда вообще на веревке. К аккумулятору подключимся через прикуривательные провода. К плюсовой клейме подключим держак. Ну а к минусовой, естественно, массу. Аккумулятор у нас на 50 ампер часов, поэтому на инверторе выставим примерно 10% от емкости аккумулятора. Это получается у нас 5 ампер. Минимальная у нас 10 ампер на инверторе, то есть сделаем примерно посередине от 0 до 10. Включаем сварочник в розетку. Ну и, как говорится, с Богом. Конечно же, это была шутка. На самом деле все пучком. Но на всякий случай я все равно отойду на безопасное расстояние, а то вдруг в натуре рванет. Оставляем все в таком виде примерно на 30 секунд. Я думаю, что будет этого вполне достаточно, чтобы возбудить наш аккумулятор. Че, пробуй? Обязательно накидываем клеймы назад на аккумулятор, слегонца их подтягиваем, и думаю, что будет все нормально. Ну вот, друзья, настал момент истины. Пробуем крутануть.
общем, друзья, мотор завелся без проблем, как вы сами уже в этом убедились. Тачку прикурили от сварочника. Можно двигаться дальше. Ну, в общем, друзья, у меня на этом все. Кому видео было полезным, либо понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии. Всем удачи. Пока.